все началось просто с черного экрана, а потом показана сцена, как волк просто играет на гитаре и поет песню. Как вдруг он замечает то, что заяц идет и стучит по барабане. Волк это замечает, просто очень жутко на него смотрит. А заяц просто не обращал внимания, просто хорошо шел, а волк начал идти за ним. Он хочет пытаться его съесть. Все было очень обычно, я не обратил внимания. Следующий сын показывает, как волк пытается жрать, но как вдруг он проглотил шарик. И он проглотил. А потом он залетает на воздух. А заяц потом берет нить и дает какой-то дядике. А дядька не замечает, просто тупо несет шар. А волк начинает врезаться об дерево, ему было очень больно. А потом написано «Осторожно, смертельно». И после чего взрыв. Волк выжил. Как вдруг он замечает гитару, после чего начинает плакать. И после чего следующая сцена показывает, как волк замечает зайца снова. И как вдруг замечает, что на часах был полночь. После чего заяц начинает превращаться в оборотня. Еще котенка начинает превращаться в негативе. Заяц превращается в ужасного монстра. Я чуть не умер со страха, но у меня все еще есть сил досмотреть этот проклятый эпизод. Далее сцена показывает, как волк просто курит и ходит по улице, а после чего замечает мусор и тупо пинает. Я не понимаю, почему серия просто начинает обрезать сцены, просто оставляет. Я просто вижу, как волк просто курит и пуляется воздушными кольцами. После чего опять сцену вырезали, где волк просто поднимается по лестнице и свистит. Он начинает подбираться к зайцу. А заяц просто ухаживал за цветами и обрезал веревку. И после чего волк падает и врезает вместе с полицейскими. Как вдруг произошли помехи. И показана картинка ужасного волка. А после чего экран становится черным. И вдруг показана рисованная анимация, где волк достает нож и убивает зайца. И после чего слышится звук крови. Ох, а как заяц бедный кричал. И после чего показано, как заяц лежал мертвый. Он был весь в крови. А на фоне была только помеха. Ох, бедный заяц. Мне его очень жалко. После чего картинка снова стала черным. А потом показана видеозапись, где один мальчик жил в квартире. Там носился какие-то странные звуки. И как вдруг он обернулся, это был волк, он был ужасный. Глаза у него были налиты кровью, он посмотрел прямо на экран. У меня были мурашки по коже, после чего он сказал... И серия закончилась.